государственных дорог. Итак, телеканал «Россия-1» продолжает отбор исполнителей на Евровидение 2013. Региональный этап в Удмуртии проводится нашей телекомпанией. Десятки исполнителей уже прослушаны. Сегодня один из главных наших претендентов, детский мюзик-холл «Чингли», записал на ГТРК «Удмуртия» видеовизитку. Для чего, расскажет Ольга Шкуратова. К выступлению не перед зрителями, а перед камерой «Чингли» готовится еще тщательней. На бегуди юные исполнительницы спали всю ночь. Клип с песней и танцевальным номером – обязательное требование для участия в национальном отборочном этапе конкурса. Конечно, клипом это видео назвать сложно, на синем фоне, одним общим планом. Но именно по нему профессиональное жюри и будет отбирать достойнейших претендентов на участие в российском финале. В этом году нет, специально готовились. Очень много было у нас вариантов. Очень сложно нам было со словами. Записать визитку получилось не с первого раза. Все участники очень волнуются, поют хорошо, танцуют четко. А вот эмоции руководитель требует еще больше. Прыгаем и еще радостнее. И молодцы. Мы хотели, чтобы было весело. Главное. И чтобы хотелось петь, чтобы она была забойная и понятная для детей. Тема очень весело рассказанная в песне про первую школьную влюбленность детям-участникам номера действительно понятна. Поэтому так хорошо о ней поют и про нее рассказывают. Мы три девочки, как бы, и у нас с мальчиками как бы должна быть любовь, но мальчики стесняются, поэтому они нас как бы дразнят. Хороший номер, мне он очень понравился, особенно костюмы яркие, все очень ярко. Участникам номера, руководителям и родителям стоит набраться терпения. Прошли ли они финал российского этапа Евровидения, станет известно примерно через месяц. Это время можно посвятить репетициям. Ольга Шкуратова, Дмитрий Захаров, «Вести Удмуртия».